Добрый день! И сегодня я расскажу, как поместить текст на картинку. У нас будет рассмотрено три способа. Итак, приступаем. Первый способ, самый простой. Переходим на вкладку «Вставка» и выбираем объект Word Art. Здесь можно выбрать один из представленных вариантов. Также этот текст можно настраивать, то есть делать ему заливку, делать контур текста разного цвета, делать различные текстовые эффекты, а также делать полную заливку этого текста. Итак, первый способ просто Word Art, и он у вас помещается, с ним у вас все работает, с ним никаких проблем нет. Второй вариант. Нажимаем на вкладку «Вставка» опять, только уже вставляем не Word Art, а текстовое поле. Выбираем первое текстовое поле. Далее нажимаем на эту картинку и выбираем обтекание текстом перед текстом. И таким образом у вас оно помещается на само изображение. Далее, чтобы убрать этот фон, нажимаем правой кнопкой мыши, заливка, нет заливки. Таким же образом убираем контур, нет контура. Теперь можно работать с этим текстом, как с обычным текстовым изображением. И третий способ, наверное, самый сложный, но зато самый юзабельный. Итак, вставка, фигуры, выбираем фигуру. Итак, теперь мы зальем эту фигуру изображением. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши, заливка, рисунок. Выбираем из файла и добавляем рисунок. Теперь можем у этого изображения убрать контур и просто нажимаем правой кнопкой мыши «Добавить текст» и просто начинаем писать. Теперь у нас, если мы будем перемещать эту картинку, у нас будет перемещаться вместе с текстом, то есть это у нас стало единое целое. Я предпочитаю больше всего именно такой вариант, потому как удобнее работать с фигурой, нежели с изображением. Ее можно переместить в любое место и нет никаких проблем. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».